Всем добрый день. Прошло где-то 35 дней, как я вернулся с поля. В общем, вот я показывал здесь пустые места, я расформировал. Соответственно, вот у меня еще два ящика. Опустошительный слет съел. Вот я сейчас специально покажу, как это выглядит. Видите, расплод, остатки расплода. Вроде и пчелка, но здесь был почти корпус пчелы. Вот. Пчелка выходит, но ее нету. Она куда-то вся сваливает. Матка там внутри ходит. Значит, он не больной, ничего, но просто сходит на нет прямо на глазах. Вот я его сейчас достану. Вот, вот он расплод. Вот. Но, в общем, тает. Вот такие вот дела. Вот таких у меня два ящика еще. В общем, так вот это выглядит печально. Опустошительные слеты. Но остальные вроде сидят. Вот два я еще сейчас расформирую. Вот. Остальные вроде сидят. Ну, посмотрим. Хотя могут и они сойти. Вот такие вот дела. Это я так показал наглядно, как это выглядит. В общем, пчела куда-то девается. Не знаю, куда она девается. Остается вот расплод. Ну, ровненький, не ковыренный, ничего, не больной. Вон яйца, если камера показывает. Но пчела тает. Вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч. Будем надеяться, вас эта печальная судьба не минует. А вот отводки все стоят, их эта дрянь не трогает. Вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч.